Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Совсем ничего? Ладно. Сюда. Еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Мы внутри. Ну, конечно. Ha!
Красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Работало! Мосты появились!
Иди за мной. Пути восстанавливаются. Нет, погоди минутку. Видишь? Слишком сложно. Идем. Погоди.
нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кина, Луна! Еще один! Назад! Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял.